Мама, это я. Это взрослые тебе решать. В 10, чтоб дома было. Здрасте, а вы не подскажете, сигарет где можно купить? Но сейчас прозвонили родственники, говорят, дочь в гробу забыла сумочку. А в ней ключи, они... Никогда мы попасть не могут. Я не понимал, что происходит, и ты не понимал, что происходит. Это и называется жизнь. Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 30. Где деньги-то? Или ты на 7,5 миллионов семечек купил? Я тебя отпустил. Просто по-человечески. Че ты такая неразговорчивая? Ботинки у тебя красивые. Не, ну здорово, да, вообще, что мы с вами решили вместе погулять? Не смейте повышать на меня шепот.